А волосы назад. Рейзер? В итоге просто рейдер. Ну, не лучший выбор, имхо, потому что он ничего особо не добавляет. Но линия постоит, то есть в целом по игре. Ну, это типа сигнатурка, возможно, игрока. Так бывает иногда. Ну что, как Крамзесу в этот раз с критами будет? О, улетает в этот раз, смотри, не плохо. Ваша медаль летит, и ХП хватает. Энкросмэш успел накинуть, Тайдхунтер. Тычечку заерегенили фласочкой. Ну все равно неприятно, фласка-то потрачена, он сейчас еще и добьет его. Он сейчас его еще и добьет. Надо увидеть, чтобы дать тычку, надо его увидеть. Есть молния на самом деле, то есть надо еще далеко от него идти, все, замыцевал. От Коваля. Сейчас ФНГ, сейчас ФНГ, сейчас он сделает ФБ. Ну, посмотрим, да, действительно. Ну. Вот ФНГ уже больно, ФНГ отъедается здесь. Рамзес пошел, просто с руки. Где баша-то? Три. Я не знаю, Рамзеса, у него уже 6 ударов было, точно. Самый невезущий воин на свете или на планете Земля. Раз, два, он уже до этого 6 дал. Вот. 4, 5, вот все. 5. Ну вот, наконец. И сейчас нормально, запрокло. Да, когда-то должно повезти. Да, там драка, и причем такая неплохая. Успевает Роджер учить Shadow Realm. Егор. Ему очень больно. Депресс-кит до конца, но депресс-кит погибает первым. Ох-ох-ох. И до Роджера не достает плазмофилд. Так он и делает, потому что в центре это очень удобно. Так, драка. Ливи Рубик здесь, но, наверное, не спасти уже Розора. Да, на Рейзера просто стирают. Роджера, скорее всего, потеряют сейчас с Реджектс. ФНГ тоже. Ой, сюда перетянулся Рари. Посмотрите, стан залетает по ФНГшке. ФНГ погибает. Депрессед Кит хотел стан закинуть сам, но нет. Слишком плотные герои уже. Ну, в смысле, по ХП не особо-то просели. Не в кого закидывать было по итогу. Вау! Снизу хроносфера от Рамзеса. Глубоко. Это контратапки. Есть Равага, нет тиммейтов, нет смысла нажимать. Так, выход в лес, в смоках. Нашли Роджера. Роджер Shadow Realm. Депрессед Кит на развороте, может быть, потеррорайз какой-то стан. Да, неплохо, потеррорайз Рубика забирают. В итоге Роджер еще и выжил в данной ситуации. Никого не смогли забрать Ультра HD, и на этом все. Он довольно вкусный, но просто за Тайдхантер уже ничего. Вот, сейчас, смотри, пошли в разоры без хроносферы, могут справиться. Да, ФНГ его щекочет. Башки будут прокать, пожалуйста. Нормально. Один башмак на последний. Нормально, да? Еще и хроносфера по двоим залетает. Рубика в таверну, начинает бить Тайдхантера. Тайдхантер под кракеншеллом убегает, прожимает худ, саленс, точнее, свинку на себя, пепу накинул, да. И просто да, побежал. Тоже Роджер видит свиньи. Ну слушай, неплохо все равно пробивают. Неплохо пробивают, сюда перетягивается Вивер. На развороте неплохо, ФНГ. Я бы сказал, что недостаточно хорошо. Ах, ФНГ просто якорем убили по итогу, но в итоге 2 в 1. Размен опять же в пользу команды. Реджект забрали все-таки мидера, как ни крути. И вот сейчас, возможно, будет врыв. Или нет, или да, на Тайдхантера, Дараваги. Ой, не знаю. Сняли? Да, есть РП, отличная по двоим. И въезжает, как же в стройку под террорайз. Все красиво сделали. Здесь Реджекс, вот он реведж, конечно, но дэмэджа нет. Дэмэджа нет уже, потому что тиммейты в таверне. Успевает убежать отсюда Тайдхантер. Сюда приходит Рейзер, но драться он особо-то не хочет. Стан откидывает в Рейскинг, заслипали его. ВК надо подсейвить. Он иначе... Ставить у него есть ульта. Ну да, ульта у него имеется, говорю, иначе он просто так отдаст реинкарнацию. Я просто не успел договорить. Да, реинкарнацию он отдает, но его вывозит Паша снова. Подальше от тиммейтов, там воюет Декафогас, но на него всем плевать, потому что первым забирают Кэрри. Воюет тут до конца Рейзер. Ой-ой-ой-ой, как же Роджеру больно. Но Роджер осознанно шел вперед, видимо, на размен, чтобы команда отступила просто в этой ситуации. Ну, опять же, драка хорошая. На развороте, может быть? Но Тайдхантера не пробьют вообще никак. Хрона через 20 секунд. Наверное, лучше отойти. Так, ФНГ нашли. Нашли. Ну да, но ФНГ сломал вард, окей. Нападение на Депресскид, но рядом что? Рядышком у нас Роджер. А там БКБ. Там БКБ, кстати, неожиданно, да. И... урон нормально взлетает, смотри. Что нормально. Нормально Рейзер развалил. Там еще и Роджер погибает. БКБ вообще не был готов, по ходу дела. Так забегал уверенно этот раз, здрасте. У нас 0 обивок на них сработало из тех двух героев, что были, но ответная хрона и Рамзес забирает. РП по двоим. РП. Да, могут забрать сейчас Коваля, Ковалю больновато, но он, правда, там жил до конца, как только мог. Паша тоже без ХП остается, Рамзес уходит на таймволке, Паша тоже, скорее всего, убежит.
Или не убежит? Потому что сюда бежит уже Рари, а у Рари есть стан по Паше, но Рари остановил ФНГ. Паша прожимает стики до конца, еще под вышку умудряется увести Вивера сейчас. И Вивера забирает, в это время там до конца воюет Рамзес. Погибает в Рейскинг, ДК Фогаса начинает фокусить, но Фогас единственный, который сейчас герой, который может более-менее держать удар за счет того, что есть Кракен Шеллер, за счет того, что собрал себе худ, его не могут пробить, он просто убегает. Слип будет, на самом деле можно попробовать. Слип, брейнсап, там вот лишак стан даст, а все, там спал. Ну, у депрессии там могут быть проблемы. К нему в гости идут уже, но он делает ТП, не делает ТП. Есть что сбить. Там. Получает стан, криты, и он просто погибает. Еще один минус. Окей. Смог наконец-то разбивается. А Игис закончился. Ой, в какой хорошей позиции. Ой. Рейзера, он должен был понимать, что... Он может догадаться, да, это неспроста. И вот на встрече на Эльбе... Рамзес ждет, Рамзес, ждущий момент, Рамзес! Ах, под реванш поставляется, БКБшку не нажал, Рамзес! Физгриф, какая разница? Ворованный тот самый физгриф от Рубика. Ну какая разница, он дэмэджа так много не получил. Ну ладно, слушай, успевает подсейвить тиммейта своего Вивер, но врывается Паша, РП хорошая, но урона не хватает уже здесь. Там получает Паша крит, и Паша погибает. Какой развал! Цисра Джекс, минус 3. Жесть. Минус 3 в Тайтхантера и тэп-аут от Роджера, хотя бы хоть что-то позволил ему сделать. И Рошан стоит прямо сейчас. Смотри, Вивер заходит. Да. И Рошан, здорово. Шарт, как же отыграл Кикит в этой ситуации. Он там его, он спас, наверное, Рейзера на хп 150 уже последний. Успел закинуть ульту в него. А, модератор душит работяг за то, что они пишут, что звука нет. Да, блин, да, модер. Сейчас, отбой звук, пишем, что модератор... Остановись. Тут у нас, остановитесь, у нас здесь тем временем размотка идет сейчас. Команда Цисри Джекста, они готовы драться за Рошана. БКБ заставили прожать Рейзера. В это время ворвался там Роджер, забрали двух саппортов. Скоро БКБшка закончится у Рейзера. До конца, наверное, не стоит бежать. Пока номинально Рошана отвоевали. Паша приходит к Рошпиту. Ну, с него есть волк, очень много урон. Тайканта прыгает, есть. Травага отличная залетает. БКБ не нажимается. Да, БКБшки не жмутся. БКБшки не жмутся, только сейчас прожимаются. Пойду не дают ничего сделать. Депрессив кит, в итоге ВК там отдыхает немножко. Брамбл Мейзи в это время Рейзера забирает. Окей, Рамзес. Вивер не успел. Рамзес, и все. О, РП ворованный от Рубика залетает. Хорошо, Рамзес остановили. Могут выбить первую жизнь сейчас из Врейскинга. Врейскинг погибнет, скорее всего. Рейзер делает бэйбэк. У Рамзеса все еще есть хрона. Он ее ставит, чуть из хрона не вытащил Паша сейчас. Что ж, Вивер. Вивер не успел. Он так и не смог нажать ни в кого. Вивер не успел. После байбека может погибнуть Рейзер сейчас. Террорайз на ход. Баш с первого удара вылетает. Отлично. В этот раз Рамзес увезет. Это был байбек. Да, нет. Это был дайбэк. Вот сейчас получилось. Наконец-то атака, в которой все вышло. Чем я тупо всю весь файт бегал, смотрел за Вивером вот на райт-клике. Типа, чел, нажми ульт, нажми ульт, нажми ульт. И он не смог из-за того, что Магнус отвез в Разору нажать. Не достал из-за того, что режай 500 тагера нет в ВК, который в этом хроносфере стоял. Он зашел в хроно, понимаешь? Типа, он не достал настолько, что пришлось зайти в нее. Опа, Тайтхантера нашли, щекочет его ФНГ. Башики прокуют, не дают бить. Реванш залетает, окей, Тайтхантер. Зачем? Ну, так вот как-то. Рамзес до конца вгрызается в Рейзера. Рейзеру выбили он диск. Окей, в это время вгрызается в Пашу в Рейскинг. В Рейскинг не пробивает его. Отличная хрона по двоим. Тут даже готов закастовывать террорайз был Роджер. Не стал этого делать. В итоге начинает фокусить теперь Рари. Рари потеряет реинкарнацию. Нужно его спасать. А чем спасать, непонятно, потому что залетает террорайз. Нет, обилок. Да. Ну, типа, Вивер нажмет клавишу. Да нет, там БКБ нет уже. БКБ нет, не спастись никак. Заслипали здесь у нас ДК Фогаса, выбегает ФНГ, а там уже и Паша врывается, подвозит еще и Кики. Да, в итоге Team Vibe. Ну, здесь, конечно, тупо на классе раскатали, я думаю, уже. Сейчас Реджекс. Да, да. Типа, все хорошо держались, но вот два момента, где опыт вызывал. Опыт, конечно... Ну, что поделать. ГГ. ГГ, по итогу, это, наверное, самая интересная карта за сегодняшний день, за которой мы наблюдали, да, от Цисри Джекс, потому что здесь хотя бы борьба была. Да, еще одно BSF 3 и BSF 1 впереди, да, то есть еще, получается, 3-4 карты придется сыграть, если хотят сегодня выиграть. Поэтому
Еще может быть карта, которая будет интереснее этой.